Дорогие зрители, если вы хотите иметь свежую и объективную информацию, касающуюся изменений климата на планете, ставьте лайк, пишите комментарии, и мы будем освещать интересующие вас климатические события. И не забудьте нажать на колокольчик под видео. 5 января. Тропический циклон Ава со скоростью ветра до 55,5 метров в секунду обрушился на восточные районы Мадагаскара. Принесенные ураганом ливни затопили город Туамасина. Сейчас, в условиях нарастающих катаклизмов, особенно важно объединение людей на основе чести и дружбы. А когда в обществе станет модным и популярным делать добро, бескорыстно помогать людям, безвозмездно служить на благо общества, обладать такими качествами, как честность, ответственность, добросовестность, в общем, быть настоящим человеком, это подхватят многие. Но главное, эти идеи охватят новые поколения, для которых подобные человеческие стремления, культурно-нравственные ценности и доминанта духовного начала станут вполне естественными нормами жизни. Цитата из книги Анастасии Новых «АЛЛАТРА». Подробнее о климатических событиях в мире читайте в докладе сообщества ученых «АЛЛАТРА Наука» о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем –